В северной столице России стартовал новый сезон навигации. Несмотря на то, что ранее предполагалось открыть движение по рекам и каналам 30 апреля, первые суда пошли по Неве в ночь на 3 мая. Теперь единая водная система Петербурга ежедневно будет открыта для судоходства. Напомним, до этого дня мосты разводились по предварительным заявкам. Закончится навигационный период в конце ноября. Также с 29 мая начнут работу петербургские аквабусы. По предварительным планам, водный транспорт будет курсировать по 4 маршрутам – по Приморской, Центральной, Невской и Курортной линиям. Также особенностью навигации этого года станет четкое расписание. При этом на причалах будут размещены информационные стенды о том, когда можно ожидать аквабуса. Каждый маршрут будет работать с 8 до 20 часов с интервалами 10-15 минут.